Комиссия по больничному служению Московской епархии запустила цикл онлайн-бесед со священниками для всех, кто находится в больнице, их родственников, а также всех, кто болеет дома. В неформальном разговоре в режиме прямого эфира вы можете поговорить со священнослужителем, задать все волнующие вас вопросы и спросить совета. Вы можете присылать свои вопросы и предложения заранее на электронный адрес вопросоовере@gmail.com. Цикл встреч открыл 3 мая епископ Пантелеимон, настоятель храма святого благоверного царевича Дмитрия при городской клинической больнице №1 имени Пирогова, председатель синодального отдела по благотворительности. Ссылка на видеозапись находится на сайте отдела по церковной благотворительности и социальному служению.